Здравствуй, путник! Как хорошо, что ты к нам пришел! Мы решили открыть транспортную компанию «Вертикальные кони». Но здесь почему-то никто не ходит! Будь нашим первым пассажиром! Может быть, тебе нужно куда-нибудь добраться? Хочешь под самый глубокий корни к бегемоту и журавлю? А хочешь к самым верхним веткам, к стоянке воздушного дивана? Спасибо, но мне нужно найти мастера Неумеху. О, так это совсем рядом! На верхнем ярусе! Садись ко мне на спину! Ну, что, братцы, готовы? Готовы! Ну тогда, погнали! Ваня забрался на большого коня, и все стадо помчалось вверх по стволу, сквозь ветки и листья. В предвечерней тишине ходят кони по сосне, мягко хвою раздвигая, шишки вкусные срывая, бьет копыта, зуб стучит, хвоя изо рта торчит, из ноздрей выходит пар. Тут меня бросает в жар. Вечерний